Россия буквально высморкалась в Хельсинкский заключительный акт, и они там явно не верят в этот документ. Россия это продемонстрировала, напав на суверенную Украину и совершая военные преступления. Они организовали фильтрационную систему, которая увозит людей из Украины от их семей. Они пытаются переучивать детей, делая из них россиян, и разделяют родственников. То, что они делают, просто отвратительно. Они не являются частью той миссии, которую выполняет ОБСЕ, и поэтому я считаю, что они должны быть изгнаны из этой организации. Я думаю, их вполне можно исключить. На последней ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме у них практически не было никакой поддержки. Путин придерживается курса на разрушение Украины. Это геноцид, и он рассчитывает, что его ничто не остановит. Поэтому мы должны дать Украине как можно больше вооружений, и я не думаю, что нам стоит беспокоиться о том, как Путин отреагирует. Если он применит ядерное оружие, мы применим ядерное оружие. Проиграют все, и он это знает. Большее количество оружия поможет украинцам защищать свое небо и бить по российским военным складам на территории самой Украины. И украинцы уже успешно это делают.